Honda показала гибридный CR-V для Европы. В европейской линейке кроссовера Honda CR-V грядут большие изменения. В новом поколении модель останется без дизельных моторов и обзаведется новым бензиновым турбодвигателем. А еще CR-V впервые получит гибридную модификацию, общее представление о которой можно составить по предсерийному прототипу, подготовленному к автосалону во Франкфурте. Силовая установка Honda CR-V Hybrid Pro T-Type состоит из 2.0-литрового бензинового двигателя Aivtec, работающего по циклу Аткинсона, и двух электрических моторов. Традиционный вариатор японцы заменили одноступенчатой трансмиссией, которая плавно передает крутящий момент и обеспечивает прямое соединение между движущимися компонентами. При этом предусмотрены три ездовых режима. Исключительно электрический, при помощи ДВС, электромотор помогает при интенсивном ускорении, и комбинированный, когда бензиновый двигатель работает только на генератор для подзарядки тяговой батареи. Режимы движения управляющая электроника выбирает автоматически, в зависимости от нагрузки и состояния заряда аккумуляторов. В большинстве городских ситуаций вождение гибридной Honda CR-V будет переключаться между гибридным и полностью электрическим режимом для максимальной экономии и минимизации вредных выбросов. Динамические характеристики, а также запас хода от аккумуляторной батареи пока не раскрываются. Прототип Honda CR-V Hybrid будет представлен публично на следующей неделе в рамках автосалона во Франкфурте. Старт продаж серийного автомобиля нового поколения ожидается в 2018 году. Помимо гибридной версии, европейцам предложат версию с 1.5-литровым мотором VTEC Turbo, который сочетается с вариатором и шестиступенчатой механикой. Полноценные спецификации будут опубликованы ближе к старту продаж новинки. Американский Honda CR-V пятого поколения был представлен в октябре 2016 года. В США базовым двигателем кроссовера остался бензиновый атмосферник объемом 2,4 литров, начиная с промежуточной комплектации X и более дорогих. Для кроссовера впервые доступна бензиновая 1.5-литровая турбочетверка мощностью 190 лошадиных сил, 243 Нм, в сочетании с вариатором. Источник Honda. По материалам сайта newsgro.com.